Всем привет, с вами я, Леха ТК, и мой канал обзор товаров с Китая. Сегодня у нас 26-й выпуск «Китай-чай». Это уже, я не знаю, сколько прошло с того момента, когда вышел последний 25-й выпуск. Сегодня в гостях у меня подруга и друг, друг и подруга. Внезапно. Сашке вы можете уже быть знакомы, где-нибудь по ссылочке скину по немоему обзору наушников. Ты помнишь? Да. Это было, блин, года полтора назад. Да, у нас вообще спрашивают, сколько должно быть подписчиков в моем инстаграме и просмотров на сегодня, чтобы я показала декольте. Ну, ребята, Лёха, сколько тебе подписчиков на канале надо? Ну, на канале? Да ладно, хотя бы 1000 подпишитесь, я думаю, Сашка согласится. Вот. Ну и Максимка. Максимку вы знаете с другого канала, с канала InfoChair, мы там проходим с ним A Way Out сейчас. Итак, сегодня, в чем у нас смысл сегодняшней встречи, сегодняшнего видео, мы сегодня будем дегустировать чай. Чай с сайта мойчай.ру. Вот. И давным-давно уже пора было это сделать, и Саня, немножко убери планшет, потому что я его могу водичку облить. И у нас сегодня на дегустации 6 видов чая, 6, целых 6 видов чая. И начнем мы с красного, Динхао Дяо Ху называется. Так, по знакомству пройдемся. Познакомьтесь пока, я помою и подготовлю посуду. Пока Максим подержит свечку. Ну, не без этого. То есть, параллельно мы будем вести речь о том, кто как пьет чай, или вообще пьет ли чай. Нет. Или только кофе. Вот, как, с каким видом, сколько вы знаете о китайском чае, как часто вы пьете китайский чай. Вот. Я пью очень часто. Подожди еще. Такой... Господин ведущий, досрочный ответ. Отвечает Александр Друз. Ну что, что по знакомству, что можно сказать об этом чае? Что у меня опять насморк. Ну скажу, что очень весенний аромат. У Дяньхуна он такой в большей своей степени хлебный и с медовыми нотками. Не знаю, услышали вы такого или нет? Мы доверимся профессионалам. Я не профессионал, я любитель, который облился водичкой, ну ладно. Так, ну что, красный чай, естественно, можно заваривать крутым кипятком. Я думаю, что все это знают. Конечно. Вот, и сразу можете даже не проливать. Первый пролив можно пить. Это уже... Большой плюс. Большой плюс, да. Это значительно экономит время. Цены, все, ссылки на все чаи будут под видео. Распаковка данного чая тоже будет под видео. Давным-давно уже просили меня сделать дегустацию, но как-то руки не доходили, да и не было друзей. Не было друзей. Не приезжали. Вообще нас выдумал, нас не существует. Нас не существует. Это все чай. Это все, Леша, красный чай. Сидишь ты один на самом деле и в дурдоме. Мало кто был реально согласен пить чай на камеру. Это очень, ну не знаю, определенных людей позвать трудно. Да, Леш, дело в том, что вот тут вот спрашивают касательно, будет ли где-то видео. Да, вот Лешин канал ищем, если кто-то захочет потом посмотреть и ознакомиться с чаем. Ты все расскажешь, ты все знаешь. Да, все, сдам все адреса явки. Все, да, все будет. Так, ну что, давайте, я не знаю, можете пробовать. Он, конечно, может быть горячий. Ну, по аромату, я же говорю, аромат хлебный. Такой очень тугой. Он скорее плотный, чем тугой. Плотный, правильно. Это я просто еще ищу именно, как сказать, подходящие слова. Но мягкий. Вы точно чай пьете, да? Я просто очень люблю звуки уведомления у Максима на телефоне. Нет, очень приятный первый пролив. Я не ожидал, что чай будет довольно такой приятный и такой легкий для того же Дяньхуна. Что? Послевкусие присутствует также, но от первого пролива пока что ничего такого, не знаю, глубокого не скажу. Второй. Можешь начинать. Дубль два. Так, насчет чая, вопрос. Значит, сначала к Александре обратим свой взор, свои вопросы. Она сказала, я говорю, я буду задавать вам вопросы по поводу того, пьете ли вы чай. На что она сказала, я чай не пью.
Я пью кофе, Бас. Я пью кофе. Да, я кофейный наркоман, и чай-то я пью ровно столько, когда я приезжаю к тебе, или ты когда приезжаешь с атрибутикой в Минск, в основном ты в Минск приезжаешь немножко не с той атрибутикой. Не, ну чтоб люди плохо не подумали. Да, то есть там я уже таскаю больше по пивным местам людей. У нас пьется не только чай. Собственно, да. Вот насколько часто пью. Про кофе, ты мне говори, вот это вот рассказывай. Что, ну, понятно, что кофейный наркоман, как я, выпивает там 5-6 кружек кофе в день, а чай, как бы давала тут хорошая шутка до начала съемок, да, под этим мой пакетик принцессы Нури. Нет, но я очень люблю это дело, на самом деле. Во-первых, с учетом той атмосферы, той компании, в которой мы это всегда делаем, это очень расслабляет, это очень душевно, порой это очень спасает. По-моему, это была авария только что за окном. Вы слушали, что-то? Да, нет. Хотя, возможно, это какой-то это какой-то кофеман услышал мои слова, и вот у него просто бомбануло. Стоп, кто? На нас на одну встречу стало, да. Кто это? Да, так что, собственно, в чае я разбираюсь гораздо хуже, чем в кофе. Гораздо хуже, чем вообще в чем-либо, наверное, в этой жизни. Нет, ну Саня уже пьет со мной чай с 2015 года. Да, да, мы с тобой как знакомы. А Максон пробовал еще раньше, но он, знаешь, такой говорит, а его надо золотиться, а я с конфетами его ем. Да, здесь точно чай, здесь не виски, вот у тех, кто меня спрашивает, да, здесь точно чай. Нет, я прекрасно помню первую попойку чая с тобой, когда я ночью подорвалась как ненормальная и не могла спать. Потому что пуэр тогда наваливал по полной программе. Я вам сказал, вы тогда сидели в чате там с Витьком, и меня там чуть не проклинали, что я сплю, а вы нет. Я помню. Ну, это был первый и последний раз. Остальные разы для меня чай действует просто как хорошее снотворное. А между прочим, вкус раскрывается с каждым проливом и проливом. Да. Лучше, да. Угу. Появляется какая-то крепость. Честно, он как будто меня избавляет от жажды. Я вот его хочу пить, он горячий, но я хочу его пить, чтобы им напиться. Вообще крутой. Так, ну теперь мы этот чайок уже, ну как бы, если мы будем по столько времени отдавать каждому чаю, сколько по 10-бальной системе вы дадите вот данному чаю? Данному Цинхао Дзянхун. Это красный чай, если кто-то... Ну... То есть для меня это крепкая восьмерочка. Это насыщенный аромат. Это довольно яркий, но при этом мягкий, приятный вкус. Ну... Но мне не хватает сладости какой-то. Сладости? Да. Несмотря на то, что я не... Нет. Дело в том, что Лёха понимает, о чем я, наверное, больше такой... Я понял, да. Красный чай, да. Да. Я склонна больше к каким-то более сладким сортам. Макс? Ну, не знаю. Мне? И по 10-бальной. По 10-бальной шкале? Да. Несмотря с чем сравнивать. Макс, 3 года назад закончил. Нет. Какие 10 баллов, о чем ты? Ну, с красным чаем, примерно. Который мы пили. Ну, я не знаю, сравнивай в своем общем знании чая. Сколько мы в последнее время сейчас с тобой очень, очень яростно и много пьем чая. Ты вот... Я поставлю 7 баллов. 7 баллов, да. Ну, я поставлю ему тоже 8 баллов, как и Саня, потому что я считаю, что для Дяньхуна он довольно-таки такой крепкий, я не знаю, такой весь боевой чай, который, ну, не знаю... Ты хочешь выпить и почувствуешь, что ты действительно выпил крепкий, хороший, качественный китайский чай, который тебя согреет, и ты получишь все полезные свойства данного чая. Итак, следующий чай, я не знаю, что у нас, давайте возьмем какой-нибудь улунчик и выпьем такой ушанец, это у нас, называется Цидангун Хуасян, с таким длинным названием. На, Макс, знакомься, начинай. Алиса, это окорок, окорок, это Алиса. Да, ну названия, о названиях говорят много чего. Некоторые называют, как бы, для них пить чай и не знать... Вот это вот мне больше. Его название это как-то очень плохо. Я считаю, ну, считаю, что в целом достаточно знать хотя бы его подвид, то есть я имею в виду там улун, красный чай, зеленый чай, этого будет, ну, для, не, будет достаточно. Не то, что если вы такой ярый уже чайман, да, вопросов нет, вы должны уже разбираться для себя, если хотите. Но у него вот такой более сухой запах, чем у предыдущего. Ну, потому что он уже обжаренный идет, понимаете, у него уже сейчас он будет другим, другим. Ну, он будет чем-то похожим на Дахунпао. Ну, потому что лун тоже. Угу. Вот.
Ну, большой красный халат. Понимаете, о чем я. Ну, Макс пил последний день. Ну, спрашивают, это компания какая-то, и говорят, что она лучшая, чем предвыборная даже. Алексей Геннадьевич, кандидат от народа. Так что сейчас мы продегустируем следующий чай. О, еще этот не допили, да? Кто будет красный халат? Вам пополам. Вот даже там, видишь? Слышно наши слова. Так. А, так это не вот. А, я уже все. Ну, можешь пить первый пролив. Ладно, как говорится, кому? Ну. Ты, может, что-нибудь скажешь? Нет, я подожду, пока все эмоции раскроются внутри. Да ладно, что так все печально? Ну ты же знаешь, я весьма заторможена вот в этих вещах. Он первый пролив еще вяленький, не слишком настоящий. Если я не могу до сих пор сформулировать мысли от книги, которую я закончила читать сутки назад, что ты от меня хочешь? Тут речь идет про чай. Аромат обжаристый, свежий. Пахнет веником в бане, как я люблю. Вот как я люблю их называть, пахнет веником в бане. С другой стороны, еще пахнет веником и немножко цветами. Жасмина какой-то запах для меня. Вот. Видишь, для тебя жасмин, для меня, я не знаю, сирень что-то. Я такое чувствую там, непонятно. У кого с чем рядом баня стояла? Ну, наверное. И веники плелись. Вообще, Леша, веники... Я в курсе, я просто так сказал, к слову. Так. К слову о вениках, да? Не ходите к бабам смириться с вениками. Ну что? Но он очень, очень легкий, я считаю. Или он не раскрылся, я сейчас еще третий пролив вот сейчас подольше подержим. Он очень такой плавный, нежный, как я люблю называть, что мы плывем по реке Ядзы. Сейчас мы, получается, втроем плывем. В одной каное, можно так сказать. Не люблю я начало таких историй, Леша. Вот, так что, ну, слишком легкий чай. Да. Вот. Теперь, Макс, давай ты о чае расскажи. Расскажи нам об обычном чае из пакетиков, пожалуйста. Ты пьешь дома чай? Нет. Ты пьешь кофе? Нет. Он ест кашу. Нет, я пью молоко. Пейте, детки, молоко, будьте здоровы. Он пьет, по его рассказам, кашу. Он ест кашу, пьет кашу. Я ем кашу килограммами, пью молоко. И каждую неделю, по несколько раз, по несколько дней в неделю я пью чай у Лёши. Ну, это уже вошло в привычку. Ну, так сказать, да, чуть не в традицию. Да. Ну, и что, это, короче, нет, правда, он такой лайтовенький. Ну, он лайтовенький совсем. То есть к нему никаких претензий нет, он так вот посидеть, попить. Я бы сказала, это такие легкие ухаживания, такой невинный флирт с девушкой, да. Такие, знаешь, ничего не предвещало беды. Мы просто сидели за соседними столиками и переглядывались. Уже... Вот оно. Но он чуть-чуть сейчас, вот он уже, у него началась такая какая-то кислинка во вкусе быть. Более знакомый уже. Ну вот, потому что, да. Надо, чтобы попереглядывались. Он нет, он похож, я же говорю, на Духунпао в той степени. Но скажу, что ну, чай очень ароматный. И как мы говорим, что лайтовый, его приятно пить. Мне кажется, его можно много в больших, в обильных количествах выпить и... Весьма весенний, с учетом того, что у нас апрель на дворе, вот весьма весенний вариант такой, на самом деле. Сидеть, греться на солнышке и пить этот чаек. Как я люблю варить, чтоб меня расплющило. Вот. Да, расскажи людям, как ты пьешь чай. То есть, как тебя расплющило? Да, как тебя расплющило? Как меня расплющило? В общем. На дворе шоу 2013 год. Чтобы люди не подумали, что ты реально используешь какие-то наркотики. Ну какие наркотики? Как говорит мой директор, китайский чай — это легализованные наркотики. Но вы не подумайте, что мы их используем. Легализованный спайс. Вот такое мнение о китайском чае у моего директора. Но это как бы... Но мы этого мнения не придерживаемся. Да, потому что нам это нравится. Так, ну-ка мне скажите... Что у вас по баллам к этому чаю? По 10-бальной. По баллам так и 7, поскольку ну слишком легкий. И да, его можно сидеть, тягать часами за разговорами. Но
как там, хочется какой-то крепости, что ли. Ну, как человек, который, да, по крепким напиткам начинает кофе, заканчивая другими, да, хочется чего-то более такого увесистого. Хотя, наверное, вот девушки точно, вот если ты бы пригласил девушку с ней там посидеть, впервые, поболтать, да, первый раз познакомить, что такое китайский чай, возможно, даже ты эту девушку мало знаешь, вот это такой идеальный чай для знакомства. А не с пуэра начинать, как ты начал со мной. Знакомство у нас это было физическое. Следующий чай, если с пуэра, вот он, шу-пуэр, на знакомство. Да. Это рассыпной менкулау. Да, помните, что пуэр бывает не только прессованный в огромных блинах, или в маленьких блинах, или в точах, мини-точах. Ну и так бывает же рассыпной, рассыпчатый. Листовой. Нет, крупнолистовой. Крупнолистовой. Пуэр. Пакетик. Как у нас в магазинах, пуэр белая обезьяна. Что? Это нормально. Сейчас попробуем. Вот землянистый этот запах, он даже чувствуется. Запах земли. И сила земли. Нет, пока. Как говорили легендарные личности, и сила земли. Так. Так что, видите, мои друзья пьют чай, как пьют? С пакетиков чай никто не пьет, наверное, кроме меня, опять же. Ну как, я пью чай с пакетиков, ну... По утрам. Сегодня по кружке я это смогла заметить. Нет, сегодня я пил кофе 3 в 1, кофейный напиток. Пакетики я не пью, потому что у меня закончились. Иногда я пью пакетики, потому что мне реально не хватает времени, чтобы... Ну, я бы, конечно, хотел бы его пить каждое утро. Ну, хотя у меня есть колба, да, я могу как бы немножко прибедняться, у меня есть, опять же, от мой чай, я ссылку размещу под видео, у меня есть колба специально. Помнится, она замечательная. Да, она офигенная. Вот у меня тут спрашивают, Саня, что со мной произошло, вы уточняете вопросы. Я за последний год вообще очень изменилась. Так, ну и сейчас у нас на подходе шу-пуэр, наверное, самый знаменитый чай. Те, которым... Знаменитые только принцесса Нури в пакетиках. Да, и вместе с Филиппом Киркоровым. О котором поют там рэперки, рэпера. Даже, наверное, я услышал, наверное, впервые тоже из песен. Сколько это лет назад было, я даже не буду гадать. Этот чай мы не пьем, это первый пролив выливаем. И сразу сейчас по первому настою вижу, что чай заварился не очень крепенько. Обычно шу у нас... Очень плотный такой, черный, ну и как мы любим его называть, нефть. Видите, сейчас нет. Сейчас он похож больше на красный чай, что-то янтарное, но цвет может быть обманчив. Пробуйте. Воу. Бей посуду. Я плачу. По аромату, да, как сказала Сашка, очень землянистый. Ну, как для меня большинство шу-пуэров напоминает чернослив, сухофрукты. Блин. Вот, да, с чернослив соглашусь. Принцесса Гита, принцесса Нури. И лучший отборный сорт. Высокогорного крупного чая. Это, по-моему, какая-то сладость черная такая. Как она называется? Нет. Блин, забыл. Вот. Урюк. Нет. Мальчик мой, урюк. Блин, забыл, как он. Ты мне описывай дальше, я не могу. Как кренделёк. Кренделёк? Ну, он даже есть кальян с его вкусом делают. Ну, это, по-моему, какая-то сладость. И она очень специфическая по вкусу. Вот что-то, блин, я забыл, как он называется. Вот. Мне вот специфическая по вкусу сладость – это лакрица, но это далеко не туда. Может, это и лакрица есть, подожди. Она не черная? Она черная. Ну, мне нередко лакрица черная, лакричные конфеты, которые... Походу тогда лакрица. Я, наверное, с лакрицей это все-таки вот ассоциирую. Походу, я думаю, про лакрицу. Так что по вкусу? Я же просто не выпил. По вкусу, что я скажу, мне нравится, что здесь вот появляется вот эта сладость. Сань, туда, да. Ай, ну, что я буду? Я же без декольте. Появляется вот эта сладость, которая отсутствовала ранее. Такой крепкий характер чая есть, да. С привкусом ностальгии. Да. Ну вот это тот вариант, когда хочется ночью сидеть работать и не засыпать. И я думаю, что вот с этим чаем я продолжу вечер на самом деле, потому что надо будет сидеть и работать. И порождать гениальные идеи своего больного мозга. Они только подсказывают, что такое лакрица. Да, ну это действительно было лакрица. Нет, просто да, пока вы меня тут вдергиваете в Mortal Kombat, я вас, ребята, интеллектуальные игры дергать буду.
Так, ну второй пролив стал еще более насыщеннее по цвету. Более таким, наверное, будет ярким по вкусу. Я скажу, что первый пролив был очень лайтовый, то есть Шу, да, пытается показать свои бойцовские нотки, пытается уже начинать бить тебе в голову, но у него сейчас это не очень получается, потому что он еще не до конца заварился. Макс, ты что скажешь? Я скажу, что у меня чаи подразделяются на два, типа, те, которые тебя расплюскивают, и те, которые тебя штырят. Вот если два предыдущих были такие, которые тебя расплюскивают, вот на моем вот этом вот любимом месте, да, меня бы расплюскивают, и мне становится хорошо, то этот чай, наоборот, начинает тебя штырить. После этого чая... Макс, тебя спрашивают, почему ты такой тихий, вот, вот и пошли объяснения. Его просто расплюскивают. Ну как, ну... Я просто, ну, стесняюсь. А он говорил, да я тут все, кого я сейчас расскажу. Я стеснительный очень мальчик. Скромный. Скромный, поэтому как-то так. Ну, так, о чае. После этого чая хочется двигаться, появляется энергия, хочется куда-то там танцевать, плясать, заниматься спортом. Как Максим завуалировал подраться. Очень красиво. Мне кажется, это лучший просто литературный термин. Прием, который он использовал за все годы, что я его знаю. Все, последний проливчик. А вы не смущаете у меня? Последний проливчик, и делимся мнением. 10-бальным шкалой не забывайте пользоваться, сколько вы дадите данному чаю баллов. Ну, я бы сказала, что для меня это где-то между восьмерочкой и девяточкой. Но, наверное, за счет того, что он еще толком-то у нас и не успел раскрыться, все-таки я склонюсь к восьмерке с девяткой на перспективу. Так сказать, в следующей четверти подтянет. Крепкий, да, действительно, насыщенный вкус такой, яркий, бодрый, с привкусом бессонницы. Ну, то, что, вот, наверное, с такого мне надо начинать с чего-то утром, и, возможно, я не буду сонной мухой приползать в офис. Макс. Как раз, да, вот. В 10 утра, как я люблю приползти в офис с сонной мухой, а то и в 11. Самое-самое, кстати, он подойдет, вот чай с утра, для заряда бодрости на весь день, это... И сегодня. На самом деле. Так сколько у нас по баллам? Оценку я ему поставлю 9 баллов. Он не такой жесткий, как... Обычный Шу, да? Нефть? Я не такой умный в этих чаях. У меня свои названия к этим чаям. Не такой жесткий, как нефть. Леша скажет, как она там называется. Да? Это, он имеет в виду там обычные, с последних распаковок, посмотрите, там какой-нибудь, я не знаю, что у нас там было последнее, я уже сам не помню. Минхай, по-моему, у нас был, так, Хайвайн тоже был. Ну, он имеет в виду такие, покрепче такие чаи. Да. Вот. Ну, но также он очень хорошенько, как я говорю, штырит. Пока штырит, познакомьтесь. А, очень вот. Хорошо. И... Если вот те вот эти вот последние вот очень крепкие чаи, не каждый с первого раза ему захочется продолжать пить этот чай. С первого раза ему может не понравиться, ну очень крепкий. Этот не такой крепкий, и его хочется пить с первого раза, и он как раз подойдет для подготовки, для более, ну, на более крепкие чаи переходить. Красава, красава. Начинай там сейчас что-то наслежить. Ну, его чай просто расширил, да. Все, его расширил наконец-то. Теперь у нас красный чай, Ансиеси Пинхонча. Это, блин, по мне, это самый вкусный чай вот из данных чаев, что я заказывал сейчас на мой чай, да. Он очень ароматный, он самый ароматный из данных чаев, я считаю. Не знаю, но у него все равно очень плотный и тяжелый аромат при всем при том. Да, но он очень, у него такая мелкая фракция, но он такой и должен быть. Но он сейчас, когда мы сейчас его обольем кипяточком, он даст такой аромат вкусный, что вы просто будете кайфовать. А пока я скажу свою точку зрения о данном Шу, скажу, что я поставлю ему 9 баллов. Из-за того, что он необычный, сказал Макс, он, так сказать, отлично подойдет для знакомства. Вот именно что. Он не показывает свою дерзость, как это делают обычные там такие плотные чайки. Он мягенько тебя расколбасывает, ты получаешь от этого удовольствие, и действительно чай стоит своих денег. Опять же, повторюсь, все чаи будут там, под видео ссылочки будут,
не знаю, о, них, о наличии их на не выбьем. Да пока он махает руками. Руками понюхай, вот как он сейчас себя показал, когда он в горячем чайнике находится. Лучше? Конечно, конечно. Чего и стоило это доказать? Я смотрю, еще один там, да, там смотрит прямые эфиры. Просто везде. Вот сейчас появился такой... Вот, ну... Мне так хочется сказать, запах ржаных сухариков. Вот как-то вот запах ржаных сухариков, то есть запах ржаного хлеба. Да, кстати, сегодня ем ты ржаной хлеб, то есть своим приездом у тебя не только нормальный рацион, но и ржаной хлеб. Ты с Лешей сегодня открыл холодильник, помахал пельмешком, понял, что сегодня не пойду. И пошел есть салат с мясом. Так, ну что же, сейчас у нас будет первый пролив. Ну, с той стороны, что этот чай будет тоже, наверное, таким, скажу-то, посредственным по вкусу. Ну, сейчас вы, возможно, меня поймете, почему. Потому что по аромату он кажется более вкусным, чем по вкусу. То есть, это тот момент, когда вот... Когда немножко расстроишься, что аромат был такой, а чай по вкусу вот такой. Пробуйте. Алексей, так я люблю, когда не меня... Не расстраивай мужчин... меня, Лёша. Ну, когда меня расстраивают мужчины, а когда меня расстраивает чай, это вообще... Ну, я могу ошибаться, то есть это мое мнение. То есть это... Ну, вот сразу он для меня немножко кислый. И ты не ошибся? Да. Сразу он немножко кислый? Он не то, что немножко кислый, ты ожидаешь намного более богатое послевкусие. Ну, я немножко вас сейчас, да, вот именно послевкусие... Вообще, если честно, оно отсутствует. Вообще почти, оно есть, но оно отсутствует. То есть он вот такой, он прямо, он крепкий. Нет, он крепкий, как красный чай, да, он вкусный. У него есть эти все такие, эти красные, блин, ответвления, я не знаю, как это уже выразиться, уже забыл. Блин, надо чаще снимать эти видосы и... А. У него есть характерные нотки для красного чая. Ну, ты молодец. Вот, я в тебе рад. Я тебя поэтому и позвал сюда. Чтоб ты меня исправлял. Но, нет, он... Но это не говорит о том, что он плохой. Это, то есть, это говорит вам о том, что каждый чай по-своему своеобразен. То есть, да. Мы, может, ожидали, какая Дзян Хуна от самого первого. Помните? Вы думали, что он такой будет весь такой... Такой клиент. Нет, ну почему? В нем фишка то, что... Ты вкус ощущаешь, как только ты выпиваешь, а не после вкуса. Да, да, ну, вот именно в этом фишка. Да. Ну и фишкой в аромате. То есть очень можно очень большое количество времени наслаждаться только ароматом чая. То есть это тоже есть такие чаи. Вот есть такие чаи, которые хочет просто нюхать. Наслаждаться ароматом. Пить еще такой чупаню. Это тот момент, знаешь, когда ухаживания были краше, чем потом весь вечер. То есть, как бы такой вот рядовой женский чай. Да, я назову его типичная девушка. Да, типичная женщина. Когда встречаешься, такая хорошая, когда женились. Заметьте, каждый это спроецировано противоположный пол. То есть, ну да, есть такой момент разочарования. С таким ароматом ты ожидаешь гораздо более яркий какой-то букет, более длительное послевкусие. С таким ароматом, с таким, скажем так, длительным знакомством, когда он играет по-разному. Но на деле как-то... А ну точно чай или мужике говорит? Я точно говорю чай. Но на деле как-то... Мужик назвали чай. Иван чай. Да. Но как-то потом... Ну, да. Ну, смотрите, сейчас я заварил вам его покрепче. Давайте попробуем вот это. Он покрепче сейчас будет. Он может тебя с разных сторон показывать. Что там, Саня, задает еще какие-нибудь вопросы? Нет, там люди присоединяются. Потому в общем... Очень мало у тебя таких подписчиков, которые ценят. Не всем интересно. И слава богу. Не, ну это да. А сколько сейчас пока смотрит? Три? Да. Вот так. Не считаю то, что двое из них яйцы. А третья лада. Так, ну что, вот что об этом данном проливе скажете? Ну, как изменился? Вот. Как-то крепость нарастает, а вот более яркого аромата и послевкусия не становится уже у него. То есть... Крепче, горчей.
Да, ну, такая шестерочка на самом деле. Шестерочка, да? Да, он меня очень-очень разочаровал. Ну, чай не для всех, как я вам скажу. Так что, Макс, ты что по этому чаю скажешь? Нальешь водички потом. Опа. Я поддержу, Саня. На, шестерочка. Чай, ну, я бы даже сказал, что меньше, даже пятерочка. Как-то не особо он... Впечатлил. На самом деле, да, на самом деле, вот запах, он пахнет вкусно, но на вкус он... Ну, я поставлю семерку, потому что, ну, я считаю, что чай, ну, он берет своей разнообразностью данный чай, потому что он не такой, как все. И мне нравится аромат его. Какое отличное определение, он не такой, как все. Ты не такой, как все. Тихо. Он один такой, да? Он один такой. Он один такой на белом свете. Так что я ставлю семерку, и если вы захотите его купить, то я думаю, ну, и почувствую что-то необычное. Необычное, не знаю. Разнообразить свою жизнь. Непривычно для красных чаев, то есть он немножко не такой, как все красные чаи. Вы знаете, вот мне кажется, что у нас сегодня какие-то разговоры по Фрейду сегодня. Все нормально, пускай нас... Мне каждый дорисует настолько, насколько у него фантазия, я понимаю. Да. Так. Но я думаю, бирочку 18+, на выпуск повесь там. Да? Да. Да нет, зачем? Нас смотрят дети. Но поэтому мы сегодня не ругаемся. Маме привет. Да. Маме привет все передал. Передали. Мама посмотрит. Это, кстати, еще очень интересно, что моя мама не подключилась. Посмотри, что же происходит в моем инстаграме. Моя мама любит это. Вот, а да, потом перезвонить и спросить, где меня носило. Но в тот момент, когда я прибываю в Новополоцке, моя мама очень боится подключаться к инстаграму и увидеть все, что происходит. Так, последний у нас чай из рассыпухи именно. Это опять же уишанец, уишанский лун. Это мэйчань. И скажу, что по аромату он вот именно что почти никакой, Макс. Знакомься. То есть, возможно, это будет пример того, что аромат никакой. Абсолютно противоположная ситуация. Да, возможно. Но опять же, я могу ошибаться. Нет, аромат присутствует. Вы не подумайте, что он просто не пахнет. Просто он... Он пахнет. Он пахнет, аромат присутствует, но он просто пахнет не так ярко, как предыдущий чай лично для меня. Его согреть нужно сильно, чтобы он запах. Дело в том, что вот у него как раз таки вот, ты говорил касаться чернослива, здесь мне больше что-то курагой дает. Ты что-то более сладкое такое, более мягкое. Потому что он обжаренный. Он... Опять-таки, довольно мягкий такой запах, сладковатый немного чем-то. Но посмотрим, как он себя поведет. Нет, вот сейчас вы его согрели, вы его раскочегарили, как верно. Его нагреть нужно, чтобы он... Это понятно, но, блин, с самого начала я не так как-то он открылся для меня. Так. Это просто я очень горячая женщина. Да. Это я просто уже надержалась горячих пиалок, у меня наконец-то теплые руки, а не лягушащие лапки. Все рыжие горели. А спонсор нашей передачи – Святая Инквизиция. Попоры попу. Мы жжем как торпемадов. Надо было мне написать, не сообразил. Группу, что прямой эфир будет. Да. Ладно. Ничего. Как бы. Все нормально, мы по времени успеваем. То есть нам надо... Мы держим темп, потому что, да, скучный выпуск будет неинтересно с мотой. Длинный, затянутый выпуск. То есть мы могли пить каждый чай по часу. Там просто... Дождаться, пока Макс расколбасит окончательно. Искать его в кресле. Потом он где-то тут бы прыгал, знаете, и там начинались бы какие-то танцы дикие. Мы бы еще сели поиграть в Ведьмака. Вам бы понравилось. Врубили бы лучшие хиты замечательной группы Хлеб. Да. Да. Я надеюсь, если группа Хлеб увидит это, она заплатит нам за это. Вот, естественно. Да. Ну, налетайте, процитировать пробуйте. Лучшие фразы из Лок-Джея. И дождаться, пока у меня пойдет кровь из ушей, из глаз от всего этого. Ну да, мы держим темп. Мы не хотим повторять ошибок. Нет, если вы хотите все это увидеть, вы пишите комментарии. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вы хотите это все на это все посмотреть. Я еще раз приеду в Новополоцк ради этого. Я вам устрою. Как заметить, как все-таки Максима разогнал красный да, чай. И он то есть... держит марку. Да. Он сейчас вот. Пока я
Так, мы начнем с Шенчика, естественно, долбанем все шум. Закончим. Шлифанем. Шлифанем, долбанем. Чтобы просто, знаете, мы выключили видос, и Максимка разогнался и выпрыгнул со второго этажа. Я надеюсь, его что-нибудь остановит, например, окно. Подсечка. Его остановит дружеская подсечка. Ну, может быть, и потом я скажу просто, как там, выход в окно. Так что пробуйте, давайте следующий проливчик. Он должен сейчас больше раскрываться. Больше отдавать нам своих ноток. Ну? Вот это что-то ближе к тому, что я люблю. Кофе? Да. К водочке. Что? Нет, на самом деле, то есть у него уже такое по мне. Что? В принципе, довольно насыщенный вкус. У него есть какая-то доля сладости. Кислинки. Кислинки, да. Послевкусие долгое. Но он лайтовый. Нет, ну да, он, ну, лайтовый по питью. То есть, Максон, если ты его выпьешь в большом количестве, я не думаю, что он лайтовый. Ну вот пока из всего, что мы пробуем, он будет фаворитом для меня. То есть, да, вот тут вот я девяточку поставлю. Даже не дожидаясь следующего. Вкус приятный очень. Как раз таки, да, это тот случай, когда аромат в руках раскрывался долго, а в пиале он раскрывается абсолютно иначе. Вот я уже где-то готова к выходу из плоскости и в астрал. Она все ближе подплывает к моей реке Ядзы. Я сейчас вот куда-то выйду, досмыслять. Дальше про произведение Дэна Симмонса. И, возможно, ты найдешь меня под утро на кухне, когда я буду сидеть и тупить вот так вот в одну точку. Соса, как я люблю осмыслять книги вот это в одну точку. Ёп! Ну, пока. Такое состояние ни о чем. Ты можешь пока рассказать о книге своей. А мне вот пишет моя команда, что где когда, что мы вышли в Лигу. А, вообще, Жень, спасибо большое за такие хорошие новости. Заметьте, стоило не играть только мне, и вот мы вышли в Лигу. А, мне кажется, команда, мне кажется, это знак, да? Не стоит задуматься. Не стоит задуматься о качестве своей игры и пойти почитать что-нибудь другое. Да, например, засесть все-таки читать геном. Так ты скажи нам, что ты там, расскажи зрителям, что ты читала в последнее время? То есть рассказать, что я читала в последнее время? Пока, да, я заварю. Да, сложился в жизни моей такой тихий ужас. Имя тихому ужасу, этот книга Дэна Симмонса «Террор», попала она в руки, мягко говоря, случайно по стечению судеб обстоятельств на 8 марта. И месяц эта книга жрала меня, подобно страшному существу, которое ждет главных героев. То есть, чтобы вы понимали, да, середина 19 века, два корабля затерты во льдах. Меня уже наваливает, да. Наваливает. Я тоже хочу. Значит, затерты во льдах где-то там, что сейчас является территорией современной Канады. И мало того, что, в принципе, у команды и так не самые хорошие настроения, с учетом того, что они зимуют в этом всем ужасе. Периодически появляется существо, которое тягает людей с кораблей, которое жрет их, и, естественно, ты задаешься вопросом, а что же это за существо? Что ли? Скажем так, да, мистика, которая на абсолютно реальной исторической памяти... Кто и казалось, что людей таскал дворецкий? На абсолютно реальной конве пропавшей экспедиции Франклина. Волосы встают, конечно, дыбом, особенно когда ты читаешь вот ее в снегопады жуткие вот эти вот. Ты сидишь в полумраке, подсчитываешь, а у тебя вот сзади вот что-то вот так уж клевется. И вообще это снег о подоконник, но тебе немножко жутковато. Но ладно, дело не только в том тихом ужасе, который происходит где-то вот в этих ужасных широтах, где все бело и все страшно. А вот этот вот ужас, который происходит внутри людей, вся эта трансформация, которая происходит под давлением вот этих обстоятельств, вот это, конечно, загнало меня больше. Сейчас вот, кстати, будет выходить сериал. Да, уже две серии вышло по... Да. Как ты? Собственно, сериал тоже будет называться «Террор». Почитав описание, я поняла... А, так я, походу, видел. Да, поняла, что это еще одна замечательная, в скобочках, вещь, которую я не посмотрю. То, что я не могу уже смотреть что-то после того, как я это прочитала. Да, я никогда уже не посмотрю фильм «Парфюмер», потому что своей больной фантазией уже ничего не сравнится. Так, Саня, держи свою мысль по себе. Держу. Макс, твое мнение по данному чаю?
И вот навалил Макса. Ну, нет, на самом деле, обалденный чай. Очень-очень-очень, блин, очень классный чай. Мне понравился. По баллам я ставлю, бессомненно, 9. Вот. Очень приятный, очень долго после вкуса. Чай, на самом деле, достойный. Достойный для компании. Особенно вот сесть в компанию, поддерживать такие интересные беседы, разговоры, дискуссии. Вот обалденный чай. Мне очень нравится. Отлично. В общем, я скажу, в противовес ровно той атмосфере, которая была в книге, да, это крепкая 9. Отличный улун за вообще за свою цену. Все те крутые качества, которым должен обладать данный улун, он обладает. Заказывайте, не пожалеете. Мне тут пишут, что мой крестный сын внимательно меня слушает, так что, Леша, я так думаю, что... Что у меня еще будет один чувак, который будет пить китайский чай. Ну да, да, привезу тебя, только дай малый вырастет. Теперь, у нас остались 2 блинчика. Далийский железный блин. Железный блин. Я просто не мог запомнить это название. Что вы скажете? Это еще одна причина, по которой Леша взял меня. Потому что он плохо помнит название. На самом деле, я жду, как он раскроется. Ну, по аромату он офигенный. Не знаю, как вам. Он 2017 года, он молодой шен, то есть он по своей природе уже будет горчить. Вы это ожидаете? Ну, как бы, обычно всегда молодые шены, они горчат. Но этот может себя с разных сторон... Ну, мне кажется, он такой дерзколатенький. Не, да, молоденький и дерзкий. Ну, сейчас посмотришь. Я сейчас скажешь, что... Сейчас вот вы... Ну, что он по аромату вам напоминает? Я не знаю. Вот. Лично для меня всегда почти большинство шенов это какой-то компотик. Ну, похоже, что... Весенний букетик. Это название нашей новой книги. Ждите на прилавках этого города. На Братиславской. Новая рубрика. Да, все, понимаете? Ну, блин, какой букетик? Весенний. Это не Далийский железный блин. Горячий, правда, все. Я еще не выпил. Ну вот. Или он хуже стал? Нет, обычно лучше. Нет, он неоднозначно не стал хуже. Но у него нету копчености, например, есть. Ну вот я бы не сказал, что. Нет, Саня, есть Чингтай у меня, вот Максон в курсе. Помнишь, Максон? Чингтай, копченый такой, который ты говорил, вот там копченость такая. Нет, как-то здесь вот этот дымок все равно присутствует. Он будет по-любому, но здесь он не такой ярко выраженный. Этот греет, понимаете, ему надо буржуйку с собой носить, ставить туда чай. Его когда греешь, он туда лучше пахнет. Ну что ты не понимаешь? И тут Максона понесло. Где тут окно? Мне кажется, что все-таки это тот самый красный чай, который мы считали очень невнятным. Он продолжает нам мстить. Он идет и забирает наши души. Он продолжает нам мстить. Просто. Так, ну сейчас посмотрим. На самом деле я уже начинаю чувствовать себя как в парилке просто от всего этого количества вот чая, этих запахов, да, несмотря на то, что у нас открыто. Но ароматы здесь вообще переплетаются все с ароматами. Ну сейчас вот. Как хорошо, что не прессует, переплетается, никто не процессировал Оксимирона. Что было бы вполне в духе происходящих событий. Первый пролив не пьем, помните? Все-таки типа. Ну вы же типа культурные люди, да? Лёха, я с бабруськом, мне все можно. У нас, кстати, здесь люди сидят со всей Беларуси, если кому интересно. Представьтесь, кто вообще откуда? Просто, ну, люди-то не знают, я-то знаю, откуда вы. Просто расскажите. Мне достать паспорт и показать, что я на себе рассказываю. Да, то есть, мы с Максимом представляем такой регион, как Могилевская область. Я представляю. Славный город Бобруйска, которого, наверное, наслышаны все. Максим не хочет ничего рассказывать о себе. Максим у нас стесняшка, как он говорил. Да я снова Полоцк. Ну, я думаю, все знают об этом. Итак. Так, все, первый пролив. Янтарный цвет. Должен быть не очень. У вас, Алексей, очень плохое представление о янтаре. Ну, янтарный еще более оранжевый, ладно, но близок. Ну, я не буду говорить, что он мне напоминает. Яблочный сок, Алексей. Яблочный сок.
Вот по цвету, да, да, яблочный сок. Нет, а не то, что мы хотели упомянуть. Яблочный сок, он более темный, как мне кажется. Ладно, давайте... Яблочное вино. Я Поверьте знатокам. И этих людей я позвал дегустировать чай, понимаете? Я вообще за ЗОЖ. Пейте, детки, молоко, будете здоровы. Если вам сейчас что-нибудь скажут, когда я понесу пиалку ко рту. Тихо. Так, нет. Ну что, аромат... Очень... Ну, аромат цветочный. Я же тебе сказала, весенний букет. Угу. А ты ржал. Цветочный... Знаю, такие букеты. Очень... Такой но, очень мягкий. Но, то есть, ну, с другой стороны, тоже и плотненький, и терпкий, и терпкий. Вот. Насчет терпкий соглашусь. Да, вот это вот слово, да. Он... Ну, сейчас модно пить шены, то есть, да. Раньше, да? Да. Раньше было модно пить шу. Пуэр, да? Шу, да, черный. Сейчас модно шить шены. Как я хотел сказать. Шипшина! Хвилинка белорусской мовы на нашем канале. Да, так что сейчас как бы в тренде, в моде. Алексей, давайте поговорим о трендах. Как вы думаете, что будет популярно в следующем сезоне? Да. Про что споет кто? Баста, например. Про какой чаёчек? Баста? Ну, кстати, вообще сейчас чай поет. Я его сейчас как бы... Если честно, я даже не знаю, кто чай поет. Ну да. Ну, сейчас... Нет, я там... тупо предположил. Пили там, пили, ели, все нормально. Не, ну да. Наганы всякие там, Ака эти. Сколько там у него имен? Баст, Наган, Ниденда. 24/7 или как это? Нет, 25/17, да? Есть такие ребята? Нет, не слышал, не знаешь? Ты ну, спрашиваешь, вот у человека, да, у которого... Поют. Они поют про чай. А ну, в общем-то, ну, гуфы всякие, да. Вот ох, да, ну что ж, как ты ж мы Алёшку-то забыли? Да. Про Алёшку забывать нельзя. Так вот, Алексей, как вы считаете, какой следующий мегахит запишет Алёшка? Он уже хайпанул там немножечко на этом. Против кого он там выходил, я не помню. А я знать даже не буду, против кого он выходил. Не, ну я не смотрю эти, как это называется? Да, Версусы, да. Тахи. Ну я Версусы не смотрю, просто видел. Вот, и там же был прикол, что я пришел сюда только ради денег, как он говорил, чтобы заработать бабла. Все, мы какую-то степь пошли, давайте не будем об этом говорить. Хотя у нас разнообразная беседа сегодня. Ну что, второй пролив, он стал более... Нет, не чувствую. Нет, на самом деле жесткий чай. Вот это поворот! Вот это поворот! Я сейчас ставку эту вставлю по-любому. На большом проливе он был мягкий. Нет, я не скажу, что он стал супер-мега жесткий. И вообще, что в принципе чай такой жестковато. У него появилась горчинка. Да, вот та самая горчинка, про которую ты говорил. В смысле такой, ну как? Вот она начала, эта горчинка, раскрываться. Дерзкий такой. Я не считаю, что с данным чаем можно закончить наш чаепитие там, да, то есть он... Данным чаем вообще можно закончить все. Все, да. Отношения, жизнь. Это чай очень хорошо подойдет для тех, кто захотел закончить жизнь. Нет, дело в том, что это... Я надеюсь, что мой врач-психотерапевт не видит этого. Потому что если она узнает, что я попиваю такие чаи, она просто мне сделает та-та-та. Я надеюсь, что мои близкие друзья не видят этого, потому что если они узнают, что я пью такой чай, они мне сделают та-та-та. И нет, я не хочу заканчивать жизнь под этот чай. Чью-нибудь? Чью-то жизнь? И даже чью-нибудь, нет. Я вот в китайском чае я мирно постигаю дзен. Мне даже рожу набить никому не хочется, что вообще очень странно само по себе. Ну, посмотря какой чай пить. Неправильно ты чаи пьешь, Александра. Неправильно вы, дядя Федор, да? Да. Ну что, нет, я скажу, что он действительно, он начинает проявлять характер, он становится горше. Горче. Да, он проявляет эту горчинку. У него какое-то, я даже сказала, даже карамельное какое-то послевкусие. То есть оно такое действительно немножко приторноватое становится, да. Это послевкусие. Честно, чай, ну, Шен — это единственный чай, который мне надоедает. Я вам честно признаюсь. Я вот шу могу пить прям литрами. Сережа, да, привет. Могу пить прямо литрами. Что такое? Нам пишут, а вы тут плюшками балуетесь? Да, не только плюшками. Конечно же. Лёха не такого наварить может. Так что вот шена я много не могу выпить. Я не могу его выпить там литр, как обычно. У меня среднее чаепитие занимает
Ну, я вам по литражу скажу, литр, то есть обычная. А вы, Алексей, все в литражах мерите. Конечно, конечно, вот. Какой вам литраж борща на завтра будет готовить? Литр вы готовите. Так что, данный чай, сколько ты баллов не сказала? Ну, на самом деле, вот, я постановилась даже, наверное, как-то на девяточке, вот. Девяточке? Да, как-то, несмотря на то, что... Предыдущая мною как девятка поставленная, она была ближе мне по характеру, но тут вот просто за то, как он раскрывается. Как он красиво раскрывается. То есть вот это тот самый вариант, когда... Как он красиво хочет убить. Вот я только хотела сравнить это с красивым боем на ринге, когда сначала он подвыматывает соперника, а потом красиво гасит в открытый. Самое главное не раскрываться. Как говорил мой первый тренер, Саша, главное не опускай руки. Угу. Так, Макс, ты, твое мнение, твой вердикт этому чаю. Прикольный чай. Чай на самом деле прикольный, но его много не выпьешь. Его чисто так... А вот нарисовался бы чай Жигулевская. Подразбавить. Немножко чаепития, вот это вот да. Ну, кстати, да, перебить вкусовые всякие. Да, да, да. Да. Баллы. Жестковатый. По баллам я поставил семерочку крепкую. Вот, значит, Саня 9, Макс 7, я поставлю 8. То есть, мне данный чай... Вообще, я не люблю молодые шены, потому что они вот горчат. Они, ну, они дерзкие, я назову это так. Макс, налей, пожалуйста, водички. Они дерзкие, они... Да, они вкусные, да, их надо... Опять же, их надо уметь заваривать. То есть не каждый чувак, человек, там, который только начал пить чай или что, его заварить. Он очень трудный по заварке, лично я считаю так. Но, между прочим, это хороший шен за свою цену. Он, опять же, у мойчай.ру они недорогие. Что данный шен, что данный шу, они около... Ну, а шу я еще даже его не представил. Они около за целый блин по 1000 России. Это, считаю, вообще мизерная цена. Ты там разговариваешь, я пошла. Да, она пошла знакомиться со старым художником, 2014 год сырья. Мне уже одно название нравится. Старый художник. Так, и знаешь, песня группы «Воскресенье», вот она могла называться приблизиться так же, и где-то Никольский должен был пропеть про него. Да, так же. Вдруг художник и поэт. Опять же буду говорить, что простите, что так поздно снял данный обзор, потому что чаи пришли в октябре, по-моему. Спасибо. Или в октябре? Я так спрашиваю, вот это мне отчитываешь. Нет, я тебя отчитываюсь. В октябре или в ноябре. Ну, вот. Брось дурное дело отчитываться перед бабой. Надо было сразу дегустировать, но опять же, я говорю, не было. Никто не соглашался, было очень трудно найти контингент подходящий. Веселый контингент, да, который действительно будет хотеть принять участие в дегустации, поделиться своим мнением и все. Но я думаю, что. Ну вот опять я невнятный аромат такой. Невнятный? Такой, ну так это шупуэр, Максон. Это... Абсолютно невнятный Корч. Такой. Я жду, что он заиграет иначе чуть попозже. Ну, чуть он заиграет иначе у нас в чайничке. Он сделает, как он поставит жирную точку в нашем чаепитии, в нашей дегустации, в нашем 26-м выпуске «Китай-чай». Я вам обещаю. Дай мне. Интересный. Максон. А Максон окунулся дальше. Он меня расплющит. Следующее видео вы смотрите уже из... Травматологии города Новополоцка. Да. Из мест не столь отдаленных. Дашка, ты пугаешь народ. Ну, здесь в Новополоцке все не столь отдаленные. Как бы до травматологии тут ехать недалеко. Да не думайте, у меня нормальные друзья, они просто... Да, мы нормальные, мы еще... Специфическое у них чувство юмора. Ну, как ты завуалировал вот это нецензурное слово-то, а? И, ну, они понимают себя, я понимаю их, ну, короче, все друг друга понимают. У нас дзен. Ну, в общем, ребят, да, вы привыкаете. Ну вот, видишь? Вот. Цвет. Вот этот Алексей, да, цвет это, куда-то... Это только первый пролив, то есть он еще даже толком сейчас не раскрылся. Сейчас еще подойдет... Что-то между янтарным и нефтью уже. Свежий кипяточек сейчас подойдет. То есть сейчас вот будет то, что... Я называю ударом в голову. Должен быть какой-то такой. Максон? Никаких ударов в голову мы не пропускаем. А ты руки не опускай, Саня. Держи. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Что там, никаких вопросов не задают? Нет. Какая у нас скучная беседа.
Ну, стоит порадоваться, что без меня команда Fox. Вот, мы уже прошли... Час? Целый час. Я слил наш второй пролив. И, ну, скажу, что не очень по цвету. Не совсем нефть. Не совсем нефть, да. Но я буду вам обещать, что это просто, опять же, обманный маневр. Как говорил мой комбриг, я служил. Что-то где-то рядом. Ну пошли армейские шутехи за 300. Да. Ну, аромат, честно, для меня ореховый. Не знаю, чувствуете вы? Ничего? Я чувствую аромат нефти, да? Я просто шутки не хочу. Нет, тише, вкусно. Вкусный аромат. Макс... Аромат ореховый. Он такой плотный. Как будто лично сейчас я кушаю шоколадку с орешками. Вот я вам говорю. Не знаю, у меня есть такие нотки. Не знаю, как у вас. Да, они не такие яркие, как, ну, ты взял шоколадку и прям ее ешь. С лесными орешками. Ну да, 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 да. Лесные веточки. Нет, ну какой-то да. Ну, к рубрике «Весенний букетик» у нас просто присоединяется рубрика «Ароматы новополоцкого леса». Ну опять же, Максон, скажи, что для шупуэра это... Нам советуют переходить на вино. Не, Настя, не в этот раз. Там, где мы переходим на вино, я в прямой эфир просто не выкладываю. Просто, ну... А меня связывают. Просто, Максон, смотри. Для шупуэра это вкус и аромат непривычный. Нет. Вообще совершенно. Совершенно. Слишком мягкий, по-моему. Слишком мягкий, необычный. Как-то слишком вот. Мягенький. То есть старый художник удивляет. Удивляет до такой степени, что до данной дегустации... До данной дегустации остался лишь вот такой вот кусочек просто, бывает. Конечно, удивляет настолько, насколько может удивить старый художник. Старый слепой художник. 18+, точно поставил. Я, по-моему, уже повесил ее сюда, не могу найти. Мне, походу, нет. Ну ладно, не важно. Минутка маразма от Алексея. Да, немножко старческого. Кипи, друг. Потому что я хочу еще попробовать и закончить данное видео с нашими положительными отзывами о данном чае. Не знаю, как у меня, но как вам, но мне он нравится. А меня успокаивает вот звук кипящей воды. Кипящей воды? Да. Всего давайте поговорим. Как котел в аду просто, так знаешь, такой. Вот. Ну, кстати, ты дома кофе варишь как? В турке? Нет, или на самом деле у меня дома абсолютно отвратительная плита на сюда и квартире. Поэтому я просто заваливается под французский пресс молотый кофе. А, ну ясно. Френч пресс. Ну, можешь выпендриться. Френч пресс. Френч пресс? Френч пресс. У нас в Беларуси... Ладно, не буду. Ой, так, а вода? Воду ты какую используешь? Под крана не загоняешься? Фильтр? у меня стоит фильтр как бы. Фильтр в смысле встроенный? Нет, в смысле, обычный просто кувшин. у меня обычный кувшин, то есть как бы... Ну, блин, таким фильтром, ну, я не доверяюсь сейчас. Может быть, там что-то оно и помогает, но не в такой большой степени. А мне лень таскать 5-литровые баки, я хрупкая женщина. А потом, да, можно на пробежечку выйти, пожалуй. Свежий кипяточек, он сейчас еще... более ярко заварить наш чай. Чайники более активно начнут играться в чайничке. Ну точно 18+, да. Чайники, которые играются в чайничке. Кто как воспитан. Сейчас они создадут это великолепное хаотическое броновское движение по объему всего чайника. Пошло-поехало. Итак, это у нас 30 пролив. Состояние нефти все ближе. Все ближе и ближе. То есть чай начинает психовать, показывать свои кулаки, свою дерзость и дикость. Ну-ка. Эба. И последний проливчик, который поставит жирную точку на нашем видосе. Я уже чувствую по запаху, как он хочет меня прикончить. Ну, спям сегодня ночью. Я прямо вижу, как... блин, сегодня, блин, кстати, может спать плохо будет, потому что... Не должно. Ну вот, все. Мы все ближе и ближе к классическому шоу, который очень терпкий, очень крепкий. Такой тягучий весь.
И по аромату тоже он стал очень, ну, другим. Он стал более плотным. Почему мне вкус очень знакомый, но я не могу вот вспомнить? Потому что пить меньше надо. Разных чаев сразу. Потому что ты не запоминаешь эти китайские названия, а не то, о чем ты подумал. Я именно об этом подумал. Ну что, теперь допиваем данный пролив и делимся нашим мнением последним о данном чае. И будем завершать наш видос, нашу видеозапись. Так, собственно, твердая девяточка, крепкий характер, крепкий настоящий брюнет, приятное послевкусие, довольно-таки мягкое при том, при всем, при крепком этом характере. Я думаю, что за ночь я закрою все вакансии. Макс? Вакансии кого? Ну, ай, все. На самом деле... Да, я же хэдхантер. Чай очень прикольный, очень классный. Наполняет вас энергией, чай, который вас штырит. Советую этот чай пить перед походами в клубы, на дискотеки, на тусовки, вот, потому что заряд веселого настроения, энергетики, положительной энергии. Да, и, ну, в общем, вечер вам удастся под этим чаем. Вот, вам будет весело. У Макса, мне кажется, уже, судя по дикции, вечер под этим чаем удался. Твердая девятка. Мы пили чай, девятка. Если что. Я скажу, что девятка. Я поставлю десятку, потому что отличное соотношение цены и качества. Чай недорогой для своих объемов. То есть за блин вы платите около 1000 рублей. И он, ну, он годный, он достойный. И ведь как он всем понравился, он необычный шут. То есть, ну как, ему есть что вам показать. Поэтому на таких положительных нотках мы будем завершать наше данное видео, нашу дегустацию, наш Китай-чай. Вот. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. А пока, друзья, всем доброго. Прощайтесь. Всем пока. Заходите на второй канал Алёши. Смотрите видео, где мы проходим игру очень интересную. Hey, будем заказывать еще игры, еще проходить. Бесплатно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Всем пока. Пока.